Дорогие друзья, сразу после войны в 1958 году была первая всемирная выставка. И весь мир с изумлением смотрел на первый спутник, который мы демонстрировали и который открыл космическую эру. Там же выставлялась и автомобильная техника. Наша машина «Волга» получила гран-при и была признана лучшим легковым автомобилем. Там впервые демонстрировали мы и самоходный комбайн. Его изготовили россельмашевские рабочие инженеры. И там мы с удивлением смотрели на первую атомную станцию-образец, которая была построена в советской стране. Но когда космическую эру подтвердили Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, то ни у кого не осталось сомнения, что наша наука, наша техника, наши мужчины и женщины действительно являются самыми первыми. Я Валентину Владимировну очень обожаю и люблю. Она прошла прекрасную школу. Была и комсомольским вожаком, и ДСАФ прошла, много раз прыгала с парашюта. Великолепно себя зарекомендовала в космическом отряде. И все сделала для того, чтобы женщины получили поддержку. 20 лет возглавляла Комитет советских женщин. Из тех многих гарантий, которые были даны нашим женщинам, в этом ее прекрасная заслуга. Давайте пожелаем ей добра и здоровья. Еще раз поблагодарим за уникальный полет, тот, который открыл для нас великую эру. Спасибо. Спасибо.